Я рад приветствовать подавшихся тьме на канале Домаку. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Overlord 2. Ну что, дорогие друзья, мы с вами приплыли на какой-то эльфийский остров, где куча эльфов, каких-то травящих, манящих, убивающих. В прошлый раз мы отхватили тут, по-моему, щи, и нам теперь надо немножечко пробиться и постараться пройти дальше. Последние ключи мы сможем... Ага, это прям сразу можно ломать, понял. Мочи, я теперь бей этим рожи. Ага, просто надо было с двух сторон зайти, просто по-хитрому. Ну, мы сейчас так и сделаем. Так, а там что, что-то есть? Тут что-то есть? Нет, тут ничего нет. Да, так... А, тут эльф! Ах, тут тварь. Эй, ты там прыгнуть не хочешь? Стрекоза. Прыгни, прыгни к нам. Мы с тобой пообщаемся. Давай, давай. Давай, ну-ка. Ты что, бить наших собрался? Акробат ты наш. Олимпийский чемпион. На! Че, все? Расскажи нам своим эльфийским богам о том, что... Ты зря поднял руку на повелителя. Теней. Так, ну что, тут еще одни должны быть такие же упыри. Уж раз они нам жизнь всю испортили. Ломай, бей лица. Мы их забили до смерти уже, да? А мы хоть сразу умерли, когда упали. Ломай, бей, бухай, веселись. Золотишь еще. Гора целая, ну-ка. Да уж в соплину, дорогие друзья. Ну давайте, ладно. Мы когда пьяные, вы героические. Они героические, когда пьяные. Лезут вперед всех. Им больше всех надо. А, уже тут часть. Мародерствует. Я же говорю, пьяным все надо. Им надо залезть впервые всех там. А, вот тут будут ядовитые, да? Да-да-да-да-да-да. Помню там жопку обосранную. Я вашу эльфийскую. Ну-ка. Пробил, крутани ударом крученым. Да. Да крутани-то нормально, на. Вот так вот, собирайте мне добро. О, там что-то у вас где-то респаун, что ли? Что вы тут бесконечно лезете? Зажгли, ребят. Ломай, 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 ломай. Сейчас этому я плесуну. Оторву ему кое-что. Чтобы лучше плясалось потом. Чтоб не мешало ничего. Чего орешь? Одного покалечили моего. Чего? Давай. Походу, все-таки у них какое-то время не было женщин, потому что они выглядят, ну, вы сами понимаете. Любили одно время друг друга, походу. Вот там сейчас набуяните, сейчас вас там по переубивают. Приложились. Не, у них реально вот эти вот башни, это места респауна. Они постоянно появляются. Я ж не могу, мне надо тут добро собрать. Потом пойдем. Опа, приложили. Ой, а ты что-то смотрю там. Одного-то моего мелочь-то что-то еще пытается убить. А ну не лезь! Да, мне нравится этот удар последний. Последний уничтожающий удар. Шикарный просто. Ломать этому хибару. Тут неповадно было. Так, ну-ка. Раскрути. Опять одного.
Воу-воу-воу! Тут эльфы, смотрите, сколько тут много эльфов. Уши на амулеты пойдут. Чуть вот раз ядовитых-то не было. О, они там нормально порезали моих. Эй, ты говно, ты чего тут размахался своей палкой? На! Добро собирай! Да тихо! Ну-ка, все ко мне. Ну, все ко мне. Ну, чего я? Ну, на туре, ну... Я хочу, чтобы вот так вот тут вот, пробежались и вот тут все собрали, дорогие друзья. Это у меня контакт, кстати, извините. Великодушно прошу простить. Где-то на заднем плане забыл отключить, и получилась вот такая вот фигня. Ну, бывает, извините уж, еще раз прошу прощения. Так, ну что, схватили, понесли. Сейчас воткнем и поплывем. Дурацкий остров эльфийский, вообще кошмар. Причем, кстати, почему-то я, когда перезашел, у меня не увеличенное количество... Прихвостни не было, ни хп не увеличенное. Пришлось заново таскаться по этим, по всем точкам и собирать эти ништяки. Ну ладно. Ворота открыты, бежим. Так, там господина, на повелителя, бухлого-то, не, но мне не надо, да? Так, ну вроде как бы нет. Ладно, уходим. Тут у них это и собирать-то особо нечего. Ведь нищеброды. Это что-то, срез? Так. Бурые! Ну да, я так и думал, что красных. Они... покосячили всех. Все! Там ничего. Идем. Что, теперь нам все? Можно отсюда уплывать? Шикарно. Повеселимся малость. Поплыли. Давно мы ждали это. Поездки в дальние страны. Разгоняемся. Отправляемся. Умываемся. Я вам тут кокосиком. Перед уходом. Итак, пойдем во все след и приступим к истреблению эльфов. Коварный. Я, походу, приболел что-то, я не знаю. У меня легкие что-то, мне тяжело. Даже смеяться иногда. Кашлять хочу. Сам не понял, где. Но где-то, походу, простыл, что ли. Надеюсь, что скоро пройдет. Я король мира! Шикарные ребята. Умеют веселиться. Всесвет — это то место, в которое эльфы удаляются, когда устают от мира. Это райский остров, на котором эльфы медитируют, наслаждаясь единением с природой. О, так тут он... Кажется, имперцы сюда добрались первыми. Да. Да, во Всесвете полно природной красоты, наслаждающейся. Не отвлекай его, Гнарл. Во-во, это кто? Получиха! Чё-то произошло, наш корабль разломали? Чё-то какая-то обрезка, да, походу, произошла? Чё-то случилось, как бы корабль разломали, и мы куда-то врезались, и все мои, походу, прихвостни-то утонули.
пауки? А чё вы на имперцев не нападаете, вы уродцы? Я не попадаю в них. Так, а они зеленые. Зеленую жизненную силу, значит скоро найдем ядовитых. А почему ты разными голосами говоришь, как будто у вас здесь толпа? Это странно. Ты тут один вроде как. Ну ладно, идем дальше искать. Птички, кокосики. О, пауки, пауки. Еще вижу пауков. Ну, никак не привыкну, что... Вот так можно делать. Они что, убили моего? Не, он живой. Давай. Тебе надо что-нибудь оружие? Мы с тобой что, вдвоем будем тут весь остров расчищать? Мы с тобой 18 тысяч лет это будем делать. Хотелось бы по-быстрому. Так, ну-ка. Там проход какой-то. Мне показалось. Ну тут реально, и смотрите, какая толпа пауков. Главное, на пауков не стал нападать. Напал на птицу. Отморозки. Блин, надо бы там точно восстановить-то своих. Там у меня есть на скидовом шлеме чувачок. В имперском. Мне он нравился. А сейчас они просто все умерли. Печальки. Так, все в паутине. Говорит о многом. Капец. Блин, да где мне найти? Мне нужны еще чуваки. Что, ты собрать не можешь, что ли? Я помогу. Таскай давай. А, вот еще. Ну, наконец-то. Двое теперь нас. В шляпе. Так это, короче, получается, моих, да, они завербовали. Себе там прицепили. Ништяк, в шляпе живой. Не надо было воскрешать. Мочить. Ну-ка попозже. Идемте сюда сходим. Это дерево нельзя разрубить? Нет, вроде как нет. Это ж место не просто так, да, здесь? По-любому не просто так. Что, зачем оно? Она просто так. Ладно, идем дальше. Мы, походу, будем сейчас паучиха какую-нибудь мочилово устраивать. Паучиха. Кто там? Я вшу эту даже и не заметил. Мне нравится, у них такие лица, когда не отдают золото, вот, если присмотреться. Посмотрите. Такой он довольный, реально, хозяин. Ну, подавни ему сокровища. Шикарно. День сегодня удался. Так, это я могу? Да, я могу. А вот и вы. Я знал, что вы справитесь. Так я же справлюсь. Прошу прощения, повелитель. Мы ненадолго потеряли сигнал. Рад видеть, что вы не погибли. Теперь пора поспешить к воротам, которые открыл Грабби. Вон там еще, кстати. Я подумал, что вас могли привлечь местные достопримечательности. Я все слышу. По слухам из плодильни, империя не смогла захватить все свет целиком. В джунглях еще прячутся эльфы-партизаны. Партизанин? Нельзя допустить, чтобы ваши прихвости стали кормом для пауков. Да что это нельзя? Знаешь, мои прихвости. Это корм для меня. Они убили? Убили? Молодцы.
Фу, он теперь весь липкий. Так. Получается, мы каждого освобождаем, а постоянно пауки лезут. Смотрите, пика. Пика-пика, сквиртл-сквиртл. Сквиртл-сквир. Пика-пика. Что, тут никуда пройти нельзя, что ли? Ладно, идем дальше. Ну, тоже потихоньку такая банда из четверых. Бурые! Красные! Что это все буры? Вы выбрали всех! Конечно, всех тут четыре, что тут их выбирать? Сейчас мы наваляем этим паукам. Да мы вчетвером стоим целой армии. У меня магия есть такая вот, вот такая вот, ненужная, совершенно никогда. Мочи! Я помогу. Отлично, повелитель! Конечно, отлично. Я ж повелитель. Я по-другому-то и не умею. Мочи! Наверное, больно. Да я надеюсь, что больно. Прикольное растение, кстати, да, вот в реале вообще они очень интересные. Насколько природа разнообразна. Вот надо же такое придумать, да, вот. Видели же, да, вот реально такой, он же огромный вообще этот цветок. Интересный такой. Вообще, джунгли очень своеобразное место, конечно. Для такого там человека, как я, там с севером, не вообще. Все для меня странное. Мне товарищ показывал, еще один, на видосике, в Таиланде там растения, ты до них дотрагиваешься, они, представляете, они прячутся. Скоро они. Вся свита снова будет при вас, повелитель. Скукоживаются, прячутся, они чувствуют вот реально прикосновение, тепло, походу, да, или что-то в этом духе. Мы там всех убили? Нет. Насколько вот интересные все-таки, ну, и изобилие какое большое. Того, чего мы и в жизни-то другого и не видали никогда. Конечно, тайцу покажи, наверное, шишку кедровую, он офигеет вообще. Или деревья наши, ели. О, партизаны! Сейчас мы вам ваши партизанские рожи-то быстро начистим. Ну-ка, что ты там пляшешь? Скулишь, как девчонка. Эльфийская, причем. Это еще обиднее. Я тебе сказал просто девчонка, ну ты так как-то можно было, ну ладно, окей. Эльфийская девчонка, это вообще обидно. Они мега не женственные. Сейчас пауки придут. Ленивый негодник! Бездельничает, ждет, пока его спасут. Да, точно. Я с тобой полностью согласен. Что за беспредел? Наверное, больно. Ждет, понимаешь, когда я его спасу. Давно должен был освободиться. Перегрызть паутину изнутри. Так, там еще что-то есть. Это место мне больше нравится, чем предыдущее. Это с кораблями дурацкими. Так, я чувствую, что там ловушка какая-то, да? Тут ловушка? Ловушкой пахнет, ой, пахнет ловушкой. Ломайте цветы. Эти дамы вершина эльфийской красоты. О-о-о. Они раскармливают сами себя, чтобы быть похожими на богиню-мать. Но и монументально же они выглядят, право слово. На богиню-мать? Кажется, они имеют какое-то отношение к тем дверям в развалинах. Сейчас мы посмотрим, подождите. Нам тут надо начали все это добро собрать. Богиню мать, говоришь? Это ту, которую мы тогда статуи находили. Помню, там у нее бедра-то были широченные. Помню. Было такое. Так, ну-ка, здесь что? О, тут два сундука. Вот. Собирать, мочить. Давай. Когда мне 6000 уже, нормально. Так, а вам не нужно вот добро вот это вот? Не, ну тогда ладно, тогда пошли. И мы так норм. Бурые! Всей толпой. Я вообще просто, смотрите, пират, ой, шикарно.
Посмотрите, пират! Нифига себе, шикарный какой чувак! Ой, ты мне любимчиком будешь. Они поменяли шапки, короче. Тут Зубул бегал, я помню, такое с этим... С хохолком. Римским, а теперь пират. Вот это класс вообще, вот это обалденно. Пираты, это ж классно. Так, а куда я там ходил? А, сюда, правильно. Все, правильно я иду. Хотя карта есть, главное. Привык уже не по карте смотреть в этой игре. А тут карта, пойдемте смотреть. А там ее какая-то гора мышц сходила на заднем плане. А, о, монументальная дама. Нифига себе у тебя пузо. О, нифига, она боевая дама? Она прям с нами драться хочет, да? Не, никаких не грызь, ничего хватит уже, может грызь стоять, чувачков. А, так она типа первый босс что ли какой-то такой, типа, да? Вот она тут сидит. Давайте это сломаемся, может ей не понравится это. Смотрите, к ней титьки колышутся. Фига себе. На такую можно прилечь, а другую укрыться. Вот такие большие у груди у нее. Так, ну, мне нужны красные, наверное, да, для того, чтобы я мог ее задеть. Хотя посмотрим сейчас, может быть, что-то можно здесь сделать. Может, ее что-то должно вывести из себя. Так, ну-ка, ко мне. Мы сейчас, наверное, к воротам подойдем, нам скажут, что сделать. Ну, или что-то в этом духе. Давайте сюда подойдем. Я просто решил все осмотреть. Может быть, здесь какие-то ништяки были. Так, пройти мы не можем. Все понятно. О, там что-то было, нет? Показалось, зелененьким светилось. Нет, показалось. Так, мы сейчас на нее магию какую-нибудь используем свою. Колдунскую. Во-во-во-во. Что такое? Ты сразу в позу. Вы мешаете кормлению. Какому кормлению? А, пауки. А они специально их выращивают? Вы что, издеваетесь? Пауки, это же насекомые, они же вредные. Ну как, они полезны для мира-то вообще? Отведи взгляд от моей красоты. Ты какая красота, ты что, сделала, мать? Не мешайте нашему пиру. Этому пиру успокойся. Так, ну походу надо его, может... Мой храм. Не, ну я ее, походу-то, не пробиваю, наверное. Защити меня. Ого, эльфы пошли. Значит, все делаю правильно. Че ты там тыкаешь своей сабелькой? Я и зубами такими саблями ковыряюсь, когда поем. Это как зубочистка для меня. Не. Бежи, веслоухи, точнее длинноухи, я хотел сказать. Не. Вот так вот, и камушек теперь. Так, мне нужна манна. Мне манны не хватает, может мне ворота восстанавливают ману? Вот эти вот. Нет? Откуда этот звук? А это я его делаю. Понял? Вы мешаете кормлению. Конечно, мешаю. Я же специально это делаю. Не, а где мне теперь ману-то брать? Обезьяна, ты местная. Ты кормлению мешаешь, ты в курсе? А ну выходи. А, тут не... моей красоты. Да какие красоты, ты посмотри на себя, у тебя... Пипец. Не мешайте нашему страх какой-то. А, мы ее завалили. Вот так его, пока лежит там, грудную клеточку вскрыли топором, и пошли дальше. Все спокойно. Так. Не. Забей, пацаны, ногами.
Так, это что такое? Это ее какая-то шмотка, да? Не, я хочу, чтобы вы ее взяли, а что? Во-во, сокровище. Что это было? Вы посмотрите на эту прелесть. Я не могу нормально ракурс выбрать. Я хочу, чтобы вы видели это. Вот это. Не, он шикарен. Я не могу смеяться нормально. Блин, вот отстой. Так, это, походу, я должен взять. Ладно, погнали. Что у нас тут? Тут у нас ничего. Узкие дорожки, за которыми наверняка скрывается тип партизанин. Они ж тут все места знают. Подстрелят нас ненароком, а? Автосохрани! Так, смотрите, я могу набрать опять народа. Не, одного выгонит. Вот так. Так, мы добрались до ворот. Это хорошо. За этот ядовитый барьер с обычными прихвостями вы не пройдете. Да ты что, не дурак, что ли? Точнее, я... Им нравятся джунгли, где много гниющей растительности и экзотической вонищи. Я хотел сказать наоборот, идите, что я дурак, что ли? Джунгли, конечно же, знаю. И тогда вы их наверняка унюхаете. Так, значит, там не сюда явно, да? Раз нам говорят, типа, не суйте свой нос в чужой вопрос. Найдите в джунглях вонищу, и там найдете зеленых. Твое никто не забирает. А это что такое? Заклинание, походу, какое-то. Да? Ладно, пускай там наши тусят. Моя сторожить! А вы сторожить. А вот и богиня мать. Так она намного симпатичнее была. Она не жирнячка, как эти-то. Она вон, смотрите, у нее Италия была. Это кузнечный камень, повелитель. Гиблету не терпится узнать, на что он способен. Пойду помоюсь. О, нет, это какой-то... Какая-то желеобразная вода, которую нельзя пройти. Походу мне сюда. А эти должны там остаться. Нет! Нет, ребятки, не лезьте в воду, пожалуйста. Вы выбрали всех! Выступаем! Пойдет тут воды по пояс, блин. Я не понимаю, как это может убить. Они чё? Ну, гремлины, да, они должны плодиться, наверное, тогда все эти гремлины. Почему они умирают от прикосновения? Они чё? Старуха это колдунья из страны Оз, что ли? Пойди чешуи на ляжках, что это за плюшевое чудовище? Ой, это кто такой? Никогда такого не видел, даже в лесах вокруг старой башни. Кунг-фу, наверное. Ты кунг-фу, панда? Оно такое пушистое, такое отвратительное. Мои глаза! Мои глаза! Какой прекрасный мех у этого зверя. Мне бы он пошел, я думаю. Фига себе ты борзеешь, мать. Панду завалить просто так, потому что ты думаешь, что тебе пошел? Да пошел он. Я пошел. Она намекает на то, чтобы я тут с ним сразился, да? Ну ладно, ради женщин-то, что ж мы такие, не такие подвиги делаем. В жопу к дракону залазили даже. Бывало и такое. Ну давай. А ну давай! Фига себе. Бороть меня вздумал, да? Чё ты там? Не! Ты мощи моей не видел. Мощь! Слышь, даже я на его сознание могу действовать. Да? Мощь! Глупый медведишка, подчинись. Будешь катать меня. Они его просто пробивают электричеством. По жопе. Странное, конечно, решение убить зверя.
попортив при этом шкуру, да, наверное? Че ты какой-то дерганный, что с тобой? Эпилептический, эпилептическая панда. Я хоть дамажу-то, я хоть тебя дамажу, панда. Не, вроде бы ХП снес. Ты прости, меня жена домой не пустит, сказала. Без шубы не возвращайся. Что тут с шубой? Возвращайся. Да. Ё-моё. Опять вылазит это меню, когда shift нажимаешь. Хотел выделить, чтоб видно было. Давай, как в Dark Souls. Кувырок. Тут кувырков, правда, нет. Надо просто можно отойти. Что это? Я ж тебе говорю, лучше ты подчинилась. Катала бы меня, и все, и жили бы вместе, и счастливо, и нормально. Кормил бы тебя иногда. Но иногда. Давай. 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 Я тебе все-таки... Эп, эп. Все нормально. Не бамбу, это тебе не бамбу жевать. И че? Это уши какие-то. Блин, мне нужен чувак, он же вот прям, вот прям один. А там точно не пройти не могут. Блин, вот это же по-любому, эта шапка, вот эта вот шапка чудная. Она по-любому прикольная, редкая. На панду. Че? Почему я нет ничего? Где я могу взять-то прихвостни? Мы только что его убили. Лучше оставить чудовище в покое, повелитель. Пускай себе жует, раз высокая трава кажется ему вкусной. Мы только что убили такого. Прихвостни! Блин, ну где они? Дайте хоть одного, козлячьего рожи. Мне нужна шапка из куалы. Из панды, то есть, куала. Прихвостни. О, тут опять яд. Так, сюда нельзя. Ой, да иди ты в пень, а, толстяк. Иди там, постой, видишь? А, я пройти не могу. Ну, блин, что за забагованная фигня какая-то. Там шапка, наверное, уже исчезла. Все из-за тебя. Кстати, бамбук так и не разломали. Шапка исчезла? Ну, по-любому исчезла. Черт тебя за ногу, а? Ладно, тут еще одна панда есть. Может, с ней шапка выходит? Ты прихвостни не видела? Панда. Почему ты должен один ходить? Я повелитель, в конце концов, или кто? Или кто, или где? Так, тут никого нет. Какой-то молот, какой-то молот. Угу. Отдыхаем, а к тебе еще, я к тебе вернусь, когда будет у меня прихвостно. Так, ни сюда нельзя. Мне, значит, только наверх остается. А оттуда вниз. А оттуда направо. Или налево. Или смотрите, куда-то сюда. Смотрите, зеленые! Я уже почти начал скучать по их запаху. Смотрите-ка, повелитель. Они достаточно умные, чтобы не нападать на вас. А это что за колдун? Точнее всего, это была колдунья. Она что-то хочет, моих зеленых. Ух ты, опять ты. Хозяин пришел, давай-ка, щемись ко мне быстро. Вы там? Офигеть, короче, они вообще, они же видели, что я иду. Почему они ко мне уже не бегут с простертыми объятиями и кричат там, хозяин! Хозяин! Сидят там, понимаешь?
На панду любуются. Ой, да ладно. Ну сломал тебе немножко. Ну давай. Че, биться опять хочешь? Давай, ну. Давай. Ты и я. Только мой топор, а твоя шкура. Да и ты. Ты разве дождешься? Думаю, зеленые смогут справиться с чудовищем при помощи своей атаки из-под тишка. Из-под тишка. Помню, помню. Веселая атака. Да я сам с ним справился один на один. Что там из-под тишка-то? Из-под тишка. Вот так вот, шапку одень. Шапка есть? Шапка есть. Шапка. О, во, ну-ка. Ну-ка, красавца, дайте, покажите мне этого красавца. Где он? Ну, где там? Я не вижу вообще. Короче, где-то на ком-то должна быть шапка. Я видел. Ай! Зеленые, вы такие зеленые. С вами каша не сваришь. Вот на желтых все видно хорошо. На зеленых ни шиша не видать. Так, тут еще есть панда, я помню. Мы ее и ее укокошим. Так, нам теперь куда-то туда идти, да? Мочи. Они нормально там раздамаживают. Да не ори. Убила одного моего зеленого. Да как ты смела, тварь. Пушистая. Наверняка того, кто в шапке был. Пытаюсь понять. Ничего не понятно. А я пытаюсь. А непонятно ничего. Вот так вот. И чё? А, всё. Вот так вот. Ну что, дорогие друзья, думаю, стоит остановиться. Думаю, стоит остановиться на этом моменте. Ого, там как раз вот надо наших спасать. Потому что игрушечка-то, я думаю, что по этому острову нам еще бегать и бегать и бегать. А мы уже нормально нагоняли. Так что давайте, наверное, остановимся. А в следующей серии посмотрим, что же тут на острове происходит. Какого черта здесь делают эти римские войска непонятные? Паучиху эту, трындычиху лапа всей поотрывать. Ну, так просто погуляем по прекрасным просторам вот этим вот тропическим. Тут прикольно. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, то не забывайте ставить лайки, комментировать это видео, делиться им с друзьями, а также добавляйте плейлисты и вступайте в нашу группу ВКонтакте. А с вами был Станислав, я всех вас крепко обнимаю. Целую, люблю, увидимся в новых прохождениях. Короче, ясно. Я болею, мне можно. Увидимся. Всем пока.